22 числа уже кубковая игра, 26 старт чемпионата. Мы в некотором цейтноте. Но еще раз говорю, что мы долго вчера беседовали с руководством клуба, обсуждали все варианты, как должен существовать клуб, нашли общее понимание. Задача стоит одна. За год мы должны вывести команду в первую лигу. Я не буду распространяться на дальнейшие задачи, то есть цель стоит одна. Требования такие. Дисциплина, тактика и страсть. Вот три критерия, которые будут основополагающими в футбольной команде «Вересов». От этого мы будем подбирать футболистов и создавать эту команду.